Вітаю в ефірі. Тема дня, і сьогодні ми розкажемо про те, чим буде дивувати творча команда телеканалу ТВ 5 глядачів на новий рік. У нас в гостях Борис Аракчеєв, головний режисер телеканалу. Вітаю вас. Так, все ж таки, що готує творча команда для телеглядачів. Ми, як приличний телевізійний канал, не можемо пройти мимо нового року, не підготувавши своє новогоднє шоу. І, звісно ж, ми таке підготовили. Это будет программа VeloTravel, ее «Snow Edition», назовем это так, новогодний вариант, которая, я думаю, удивит зрителей, приятно порадует и подарит кучу хороших эмоций. Чему убрали саме VeloTravel? У нас такая традиция, мы каждый год запускаем, каждый сезон новые проекты. Мы не можем без этого. Мы все время экспериментируем в разных жанрах, Берем для себя какие-то новые планки. И под Новый год эти проекты, которые становятся удачными, мы адаптируем в новогоднюю версию. И в этом году у нас было несколько ярких проектов, замечательных. Но такой, наверное, не, самый неординарный был велотревел. Он был неординарен тем, что мы, в отличие от других каналов, решили устроить летний сезон. А летом, как обычно, обычно у телевидения, это как в межсезонье, а мы взяли и бомбанули. И с другой стороны, э, это, мы попали в точку такого проекта. Нигде не было. Нет. Мы были первыми. И поэтому, наверное, этот канал, этот проект показал замечательные рейтинги. Это один из самых рейтинговых проектов. И, все логично. Он теперь новогодний. Велотревел він став таким відкриттям для запоріжських телеглядачів, наскільки я вас розумію. А як прийшла ідея його створення? От ви казали, що влітку всі не працюють, так всі відпочивають. Все ж таки, творча команда ТВ 5 працювала. Хто працював? Кому прийшла в голову ідея і чому саме такий формат? К нам звернувся... Обратился... Наш замечательный ведущий Влад Таран, у него возникла идея сделать что-то такое вот какие-то такие покатушки летние по области. Он хотел, он это видел в таком легком варианте, прокатиться, показать и забыть. Но мы решили, ну идея хорошая, давайте развернемся. Вот мы развернулись, собрали серьезную команду и все лето колесили по всей области и старались заглядывать не в уже э, известные всем уголки. А туда, куда обычно не заезжает телевидение, и смотреть на какие-то интересные выски, какие-то интересные э, стороны нашего края, и показывать их каким-то новым взглядом, потому что на самом деле у нас замечательный край, есть очень много просто потрясающих красот, мест, в которых стоит побывать, но об этом, к сожалению, не знают. Теперь, к счастью, знают. А, Поворачиваясь до новоричного велотревелу, чи все вже відзнято? А, мы уже давно снимаем этот э, новогодний велотревел, уже активно его монтируем, но не отснятым остался один очень важный эпизод, который мы планируем снимать э, в это воскресенье э, на фон Каскаде Фонтанов Радуга. Мы задумали э, по, по сюжету, по сценарию, э, наш ведущий, наш герой, должен сделать какой-то большой грандиозный подарок э, своей соведущей. И вот мы задумали сделать не просто большой, грандиозный, а рекордный подарок. Мы хотим организовать самую большую в Украине елку. А, как это а, будет... Но это Вы... будет не совсем обычная елка, так, насколько я понимаю? Это будет необычная елка. У нас есть друзья, это автомобильное сообщество Смотра ЗП. И мы с ними посоветовались и решили сделать елку из автомобилей. Это достаточно не, не наше изобретение а фигуры из машин, это достаточно такая модная, уже не первый год, такая модная тенденция делать под Новый год какие-то такие разные фигуры, в том числе и елки. Но мы хотим замахнуться на рекорд. Кто еще может приеднаться до этого флешмоба, до установления рекорда? Присоединиться может кто угодно. Мы активно в соцсетях, по телевидению, везде приглашаем всех желающих поучаствовать. В этом установлении твої рекорда потому что мы хотим об'єднати людей. Ми всеми нашими акціями, нашими програмами, нашими рекордами. Ми делаем не рекорды ради рекордів. Ми хотим об'єднати как вокруг нашого телеканала, так і людей друг з другом. Хтось буде фіксувати рекорд і рекорд цей встановлюється вперше чи вже був подібний. Подобные рекорды, конечно же, уже есть, но вот такой рекорд мы хотим установить впервые. И для этого мы пригласили официальных представителей Книги рекордов Украины. И если нам, у нас все получится, то рекорд будет официально зарегистрирован. И каждый приехавший туда сможет, а, каждый участник сможет поучаствовать в рекорде, доставить для себя такие замечательные воспоминания, а во-вторых, поучаствовать в съемках нашего новогоднего шоу и увидеть себя в новогодний, в канун Нового года по телевизору. Что наибольше запомнилось при час съемок новорожденного велотревела? Велотревел сам по себе очень неординарный проект. Он связан с непосредственным общением с людьми. Там все живое и все настоящее. Там все, все по-честному, все эмоции. И поэтому каждые съемки каждого эпизода, и летних, и вот новогоднего, они каждый сам по себе ну, очень яркие и запоминающиеся. А, мы в ходе съемок дарили людям улыбки, дарили людям подарки, мы дарили людям объятия. Мы... Веселый троллейбус вы мы, людям. Мы подарили людям веселый новогодний троллейбус, такой пати-бус мы организовали. Вот расскажите про это более детально. Як це відбувалося? Знову ж звідки ідея? Чому саме тролейбус? Ну, нам показалось, що изобретать какой-то, не знаю, грандиозный, непонятный космический вид транспорта нет смысла, есть вот такое вот обычное, будничное транспортное средство тролейбус. І ну, всі ми знаємо, що обычно Люди їздять в тролейбусі уставши з роботи зі своїми думами на роботу. І от хотілось таких от людей розкрасити красками. Ми хочемо дарити людям улипки, радості. Нам вийшло. А як реагували люди? Ой, все, все посмехались, все реагировали очень положительно. Людям не хватает добра, не хватает улыбок, не хватает хороших эмоций, поэтому все были очень рады, все были удивлены, всем было интересно. Во-первых, пообщаться с нашими ведущими, во-вторых, послушать музыку, в-третьих, проехать, конечно же, бесплатно на троллейбусе. Но при этом, не знаю, какой-то это, наверное, первые звоночки от этого праздника. Ведь Новый год он такой, наверное, самый добрый, самый такой честный праздник. А это вот. Був такий важний дзвоночок його приближення. Ви зробили і веселий тролейбус для людей, і будете встановлювати рекорд. Тобто, така програма новорічного велотревела, вона ну, досить обширна, така велика. Чи були труднощі під час зйомок? Трудності є завжди. Наприклад, а, ну, наприклад, коли ми організували цей тролейбус, він дуже був готовий виходити на лінію. Очень важно было, чтобы мы никому не помешали, ничего не нарушили в этой всей инфраструктуре. Он должен был выйти вовремя. При этом какие-то приключения начались с аккумулятором, с электричеством. Все на ходу приходилось решать. Но у нас очень хорошая команда, очень слаженная. И подобные трудности мы Решаем, и в итоге все получилось хорошо. Когда можно будет подытьиться на уличный велотравел? В какой час он будет выходить? Uh, он будет выходить в необычное время для новогодних шоу. Он будет выходить в 11:30, 31 декабря, то есть днем. Uh, мы это сделали специально для того, чтобы, ну, мы неординарный канал, мы делаем, uh, мы стараемся делать так, чтобы не смешиваться uh, со всеми вот в одну кучу, а дати можливість максимальному количеству зрителей увідіть в удобнее то, що празднують наш край Новий год зазвичай напередодні нового року ми просимо гостей своїх привітати телеглядачів. Але вас я хочу попросити не привітати і не запросити на флешмоб, а сказати, чому варто подивитися новорічний велотревел. Я думаю, стоїть посмотрети наш новогодній велотревел, тому що, во-первых. там будет все очень ярко, очень смешно, очень весело. Во-вторых, там будет все очень по-доброму. В-третьих, вы там сможете увидеть себя, своих близких, своих родных. В-четвертых, это очень круто, когда э, мы здесь что-то делаем для вас, а вы здесь же, в Запорожье, смотрите нас. Мы ну, Давайте объединяться. Давайте объединяться и в рамках хороших идей, и в рамках хороших проектов, вокруг хороших людей, и вокруг хороших телеканалов. Дякую, що прийшли і розповіли про все більш детально. Я бажаю вам величезних рейтингів у новорічну ніч, точніше у новорічний день. А також бажаю, щоб рекорд все ж таки вдалося встановити. Спасибо Дякую, що большое. прийшли. А я нагадаю, сьогодні ми розповіли про те, що телеканал ТВ 5 буде влаштовувати новий рекорд. Де на каскаді фонтанів Радуга. Початок о 20.30. Кожен бажаючий може приєднатися на власному авто. Також ми розповіли, яким буде новорічний велотревел. Його початок 31 грудня об 11.30. варто подивитися. У нас гостях був Борис Аракчеєв, головний режисер телеканалу ТВ5.